Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». С вами Роман Карасев, и я продолжаю свои небольшие выпуски, касающиеся прошедших Олимпийских игр в Токио. В этом видео я привожу статистический анализ поединков дзюдоистов весовой категории у мужчин на Олимпийских играх в Токио. Данный материал подготовлен с использованием информационных данных, размещенных на официальном сайте Международного олимпийского комитета. И сегодня вашему вниманию будет представлена весовая категория до 100 кг. В олимпийском турнире по дзюдо в этой весовой категории приняло участие 25 спортсменов, которые в общей сложности провели 28 поединков. Из них 8 поединков с дополнительным временем Golden Score. В 13 поединках были одержаны победы с оценкой Япон, и 14 поединков завершились победой с оценкой Вазари. Одна победа была присуждена ввиду неявки соперника. Судьи 51 раз выдавали предупреждение Шида и 2 раза Хансоку Маке за 3 Шида подряд. Приемы, с помощью которых спортсменам удавалось одержать победы в своих поединках. Уучигари 4 раза, Косотогари 2 раза, Сумиатоши 2 раза, Содоцурикоми Гоши 2 раза, Укиатоши 2 раза, Фусенгачи 2 раза, Ипонсуюнаги 1 раз, Удахишиги Джуджигатами 1 раз, Катогурума 1 раз, Огоши 1 раз, Сойюнаги 1 раз, Сумигаеши 1 раз, Цурикоми Гоши 1 раз, Учимата 1 раз, Укиваза 1 раз. Все действия, которые применялись в поединках и были тем или иным способом оценены или в виде предупреждения, или в виде оценки. Пассивность 15 раз, сложная атака 12 раз, выход за пределы татами 8 раз, уход от захвата 7 раз, захват одной рукой 6 раз, оучигари 5 раз, сумиатоши 4 раза, ипонсуюнаги 3 раза, косотогари 2 раза, огоши 2 раза, защитная позиция 2 раза, уход от захвата нырком головой 2 раза, содоцурикоми гоши 2 раза, укиатоши 2 раза, фусенгачи 1 раз, удахишиги джуджигатами 1 раз, катагурума 1 раз, коучи макикоми 1 раз, закрытие от ворота 1 раз, захват пальцами внутрь рукава 1 раз, медвежий захват 1 раз, захват за ногу 1 раз, захват пистолет 1 раз, сойюнаги 1 раз, сумигаеши 1 раз, цурикоми гоши 1 раз, учимата 1 раз, укиваза 1 раз, йокошихагатами 1 раз. В этой весовой категории самым молодым участником был Коцоев Зелим, Азербайджан, ему 23 года. Самым возрастным участником весовой категории до 100 кг был Бородавка Евгений с Латвии, 35 лет. Возраст победителя соревнований олимпийского чемпиона Токио 2020 Вульфа Аарона, Япония, 25 лет. Возраст серебряного медалиста Олимпийских игр Токио 2020 категории 100 кг Чоку Хам, 29 лет. Возраст бронзовых призеров Олимпийских игр Токио 2020 Фонсека Жорж, Португалия, 29 лет. Ильясов Нияз, Россия, 26 лет. Возраст участников указан по году рождения. Самый быстрый поединок, проведенный на олимпийском турнире в Токио весовой категории до 100 кг у мужчин, был между Фонсека Жорж, Португалия, и Никифоров Тома, Бельгия, который продолжался 17 секунд. Была одержана чистая победа с оценкой Япон. Победная техника сойюнаги. Самый продолжительный поединок, проведенный на олимпийском турнире в Токио в программе дзюдо весовой категории до 100 кг у мужчин, был между Вульфа Арон Японии и Чогу Хам Корея, который продолжался дополнительное время и завершился на 9 минуте 35 секундах победной техника Уучигари. Общее время, затраченное на все поединки в олимпийском турнире дзюдоистов в Токио, победителем соревнования олимпийским чемпионом Вульфом Аароном составило 18 минут 58 секунд. Финальный поединок состоялся между Вульфа Аарон Япония и Чогу Хам Корея. Вес спортсменов при взвешивании составил у Вульфа Аарона 99 кг 800 грамм и Чогу Хам 99 кг 800 грамм.
Позиция спортсменов в мировом рейтинге Международной федерации дзюдо: Вульф Аарон 5, Чогу Хам 6. Судья финального поединка: Нуцубидзе Владимир, Грузия. Финальный поединок между Вульф Аарон и Чогу Хам продолжался 9 минут 35 секунд. За время поединка было объявлено 4 судейских замечания Шида и была проведена одна результативная атака с оценкой Ипон. Хронология поединка: 39 секунд первое замечание Шида, захват одной рукой, обоюдное был вынесен Вульфу Аарону и Чогу Хаму. 4 минуты 49 секунд второе наказание Шида, пассивность была объявлена Чогу Хаму. 5 минут 30 секунд второе наказание Шида, закрытие отворота Вульфу Аарону было объявлено. 9 минут 35 секунд результативная атака, оценка Ипон, прием Оучигари, Вульф Аарон. Результат финального поединка: победа в результате оцененного технического действия в дополнительное время, оценка Ипон, Вульф Аарон, золотая медаль. Проигрыш в результате пропущенного технического действия от соперника с оценкой Ипон, Чогу Хам, серебряная медаль. Поединки за бронзовые медали состоялись между Эльнахас Шади, Канада, и Фонсека Жорж, Португалия. Вес спортсменов при взвешивании: Эльнахас Шади 99 кг 500 грамм, Фонсека Жорж 99 кг 900 грамм. Позиция спортсменов в мировом рейтинге Международной федерации дзюдо: Эльнахас Шади 8, Фонсека Жорж 2. Судья на татами: Камах Роуль, Испания. Поединок за третье место в этой весовой категории между Эльнахас Шади и Фонсека Жорж продолжался 4 минуты. За время поединка было объявлено 2 замечания Шида и была проведена 1 результативная атака с оценкой Вазари. Хронология поединка: 2 минуты 22 секунды. Первое замечание Шида, Фонсека Жорж, нырок головой под руку соперника. 3 минуты 24 секунды, результативная атака, оценка Вазари, прием Угоши, Фонсека Жорж. 3 минуты 34 секунды, второе замечание Шида, Фонсека Жорж, ложная атака. Результат поединка: победа в основное время, Фонсека Жорж, бронзовая медаль. Проигрыш в основное время, Эльнахас Шади без медали. Второй поединок группы Б состоялся между Ильясов Нияс, Россия, и Липортулиани Варлам, Грузия. Вес спортсменов при взвешивании составил: Ильясов Нияс 99 кг 500 грамм, Липортулиани Варлам 99 кг 500 грамм. Позиция спортсменов в мировом рейтинге Международной федерации дзюдо: Ильясов Нияс 7, Липортулиани Варлам 1. Судья на татами: Амана Акика, Япония. Поединок за третье место олимпийского турнира дзюдоистов весовой категории до 100 кг мужчин между Ильясов Нияз и Липортулиани Варлам продолжался 4 минуты. По ходу поединка было вынесено 2 замечания Шида и была проведена 1 результативная атака, получившая судейскую оценку Вазари. Хронология поединка: 3 минуты 27 секунд. Результативная атака Ильясов Нияз, прием Сумиатоши, оценка Вазари. 3 минуты 38 секунд, первое замечание Шида, Ильясов Нияз, ложная атака. 3 минуты 54 секунды, второе замечание Шида, Ильясов Нияз, ложная атака. Результат поединка: победа в результате оцененного технического действия в основное время, Нияз Ильясов, бронзовая медаль. Проигрыш в результате пропущенного технического действия, Липортулиани Варлам, без медали. С вами был Роман Карасев, и вы смотрели видеообзор аналитический олимпийского турнира дзюдоистов весовой категории до 100 кг. До новых встреч!